Отношение мое к Болонской системе образования отрицательное. Прямо скажу, самое что ни на есть отрицательное, и вот почему. В истории университетского образования в Западной Европе было два периода. Это вот первый период университетского образования именно в Западной Европе, когда сложилась эта система бакалавриата, то есть обучение искусствам, и магистратуры, то есть обучение тому, что называлось философией, богословием и так далее. Были, правда, артисты, то есть вот, преподаватели, студенты свободных искусств, была бакалавриата, была магистратура, естественно, артистическая, так сказать, филологическая, прямо скажем. Это была грамматика, диалектика, риторика, математика, геометрия, значит, арифметика, геометрия, вот это вот, собственно, свободное искусство, да, философия и так далее. Да, вот так вот было. Так было потому, что университеты были все платные, потому что ректоры университетов в Западной Европе чаще всего были ректорами студенты, выбиравшиеся из состава, ректоры выбирали состав студентов. Эти студенческие корпорации снимали помещения, в которых преподавали преподаватели, и соответствующим образом организовывала студенческая жизнь, потому что студенты бродили из одного университета в другой, там, скажем, из Болоньи куда-нибудь в Париж, а из Парижа куда-нибудь в какой-нибудь там Грейфсвальд, а из Грейфсвальда куда-нибудь там еще в какой-нибудь там университет, в Толедо там, не знаю куда. Вот он студент, он вагантом и назывался, поэтому он бродил по Европе и ходил из университета в университет. Все это совершенно чудесно, но это брожение по Европе и хождение из университета в университет было, конечно, делом замечательным. Но вот тогда, когда появилась настоящая уже серьезная наука нового времени, и когда европейские языки развились до той меры, когда на них можно уже было преподавать науки, то есть в 18 веке и в начале 19 века в Германии, была введена сначала так называемая неоклассическая гимназия, а потом классическая гимназия, а потом и был построен тот самый специалитет, который имел место и в нашей стране в течение с 19 века по конец 20-го. А именно, состав предметов был выстроен как бы в линеечку, вот у вас есть богословие, ну, я имею в виду немецкие университеты, вот у вас есть историко-филологический факультет, вот у вас есть там какой-нибудь, там, не знаю, физико-математический факультет, вот здесь медицинский факультет, и так далее, и так далее, и так далее. И в этих факультетах люди учились, получали образование университетское. Соответствующим образом система эта дала очень много важных результатов. Во-первых, гимназия. Гимназия классическая, которая была создана Вильгельмом фон Гумбольдтом, великим филологом и великим этнографом. Да, эта гимназия предполагала а. изучение классических языков, б. изучение математики, в. изучение родного языка. Это вот был центральный предмет. Ну, естественно, закона Божьего, поскольку это была протестантская страна, Германия. Почему изучали математику? Понятное дело, математика развивает интеллект. Почему изучали два классических древних языка, латинский и греческий? Дело в том, что изучение, особенно для стран английского и романского мира, очень важно изучение языков типа латинского или типа русского. Вот только недавно американцы проводили эксперимент и установили то, что нам, филологам, занимались этим биологи, нам, филологам, было известно со времен Гумбольдта и даже гораздо раньше, а именно, что изучение речи на языках синтетических развивает, связано с теми областями мозга, которые заведуют различного рода интеллектуальными функциями. Речь на языках аналитических связана просто с быстрым запоминанием фразы, которая действительно имеет постоянный порядок слов в аналитических языках типа английского и французского. Соответствующим образом, понятно, что изучение синтетического языка, вроде латыни или греческого,
дает, развивает у человека те области его, так сказать, мозга, если угодно, которые ведают умственной деятельностью, в собственном смысле, творческой умственной деятельностью. Но Гумбольдт, он пошел, я бы сказал, еще дальше. Он объявлял, что немцы, вот немцы, изучают латинский язык очень сильно дисциплинирует разум, но им, немцам, не хватает воображения. Вот чтобы у них, у немцев, развить творческое воображение, им нужно еще изучать древнегреческий. А для того, чтобы им, немцам, еще это воображение еще лучше дисциплинировать, сделать его формально, математику надо учить. Ну и, конечно же, надо учить немецкий язык. И вот была гимназия, а вслед за гимназией был университет, как это было у нас в России. А потом эта гимназия стала и русской гимназией нашей, потому что мы некоторым образом переняли эту самую знаменитую прусскую гимназию у немцев, учинили у себя такую прусскую гимназию. И надо вам сказать, что вот не помню, кто это сказал, по-моему, чуть ли не Бисмарк. После франко-прусской войны, что франко-прусскую войну выиграл немецкий учитель. Да, потому что немецкая армия была подготовлена гораздо лучше французской армии. Немецкий солдат был умнее французского солдата. И то же самое происходило в Первую мировую войну. Немцы несли втрое меньшие потери, чем мы и союзники. И то же самое было в Великую Отечественную войну. Уж немцы, в силу того, что у них была очень сильная пехота, и солдат, который окончил 10 там, или 11, я не помню, сколько у них было класс школы, они несли гораздо меньшие потери, чем мы. Вот ведь какие дела. Так что эта самая прусская система университета дала науку. В 19 веке создаются все науки. И заметьте, у основания всех наук стоит немец. Химия – немец, физика – немец, биология – немец, филология – там всякое разное – немец, богословие, опять же, немцы занимаются. Немцы, ну что делать? А все потому, что вот была создана эта самая система специальностей. Мы выпускаем специалистов. А теперь мы возвращаемся к англосаксонской системе, английской, отчасти американской, правда, которая существовала до 18 века. И сегодня она в англосаксонских странах сохранилась как пережиток средневековья. Да, но я не понимаю, зачем же нам в университетском-то образовании возвращать эти самые средние века. А с духовным образованием, я думаю, что тут вообще ничего этого не нужно. Просто не нужно и все. Ну, мы можем, понимаете, какое дело, мы можем назвать семинарию бакалавриатом и сказать, что выпускник семинарии бакалавр. Ну хорошо, бакалавр, замечательное латинское название. Пускай он там будет увенчан лавровой ягодой. Ради бога. Так, мы можем назвать выпускника Академии магистром. Почему бы не назвать его магистром? Очень хорошо. Ну ладно, пусть будет так.